Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня 17 июня 2021 года. Хочу вам показать свою стройку. Сын начал делать пристройки. Вот такая пристроечка здесь у нас будет. Вот здесь окошко небольшое. Здесь вот двери. Здесь потом будет все это бетонироваться. Это временная стяжка. Дорога временно, потом будет делаться все основательно. Ну вот как здесь мы планируем. Здесь будет окошко. Здесь ставить будем твердотопливный котел. Обязательно. И здесь раковина. Ну а здесь вот как будем заходить. Вешалка тут и разуваться. Ну а здесь кухня, как мы уже перепланировали. Кухня. А здесь вот будет моя комната. Здесь мы хотели туалет с ванной делать, но я сказала нет, здесь будет моя комната. И здесь он делает пристройку. И окошко. А почему-то окошко он не 1,20 м, а уменьшил в размере. Ну ладно, пускай будет такое, какое сделал. Видите, вид какой красивый. Недели за две он здесь вот выложит пристройку, сравняет. Сравняет, и блоки у нас заканчиваются. Нужно привозить блоки. Где-то больше 200 штук. Где-то 30 тысяч надо готовить. Видите, какой в этом году у меня огород запустел, заброшенный. Молодец, ложит хорошо все, как говорится, для себя, на совесть. Все прекрасно. Блоки белорусские тоже оказались не высшего качества. Но получше наших, он, видите, наверху белорусские, они стали обсыпаться. Вот будет теперь заштукатуривать или что-то он с ними будет делать, не знаю. Несколько блоков повреждены, снимать не хочет. Вот видите, это белорусские тоже осыпались. Будет штукатурить, придумывать какую-то сетку металлическую, на нее наносить штукатурку. Сейчас пойдем посмотрим с той стороны. Что с той стороны? Вот. Здесь будет как крыша таким вот покатом, и здесь будет заливаться все цементом. Ну, как площадка это делать, зона отдыха. Но это уже его проблемы. Пусть как хочет, так и делает. Вот по высоте вот этого нижнего фундамента. Здесь все будет заливаться. Не фундамент, вот залито. Не цоколя, где выкладывался, а фундамент. Это вот будет выравниваться, заливаться. И здесь вот сюда поближе, чтобы была зона отдыха. Короче, наверное, мой персик придется вырубать, выбрасывать его. Ну, я посмотрю на следующий год, если не отойдет. Один раз только попробовали плоды, и вот морозом его побило так. Ну, вот видите, все-таки окно сделал маленькое. Я говорила, на два блока оставляй, сынок. Ладно, света с меня хватит. С меня хватит света. В этом году, как я сказала, выложим стены, сделаем это, каркас крыши, но только крыша будет, каркас будем делать не из деревянных балок, а с металла. Все будет с металла. Не хочет он дерева. Дерево очень дорогое. И то, что тяжелое, его не поднять. А эти ложить столбы. Будем вот обыкновенные столбы. 80 на 80, наверное. Их вместо балок делать. У нас по крыше никто танцевать не будет. Так что ничего нигде не провалится. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. Это уже потом покажу, когда выложат стены. Пока!